Ребята, всем привет! Сегодня 3 апреля 2018 года, и мобильный оператор Феникс в закрытом бета-режиме начал тестировать связь четвертого поколения. Все, кто подавал участие на этом тесте, получили заветные карточки, где у них в ограниченном режиме доступна связь четвертого поколения. Давайте посмотрим, что у меня установлено на первой сим-карточке оператор Феникс. Выставлен режим LTE 3G 2G Auto, и как видите, значок 4G уже горит. Нахожусь практически в центре Донецка. Предыдущие мои замеры были 19 мегабит на прием и 29,8 на передачу. Давайте сейчас протестируем заново. Напоминаю, эта услуга доступна в ограниченном количестве, то есть не для всех людей. В скором времени запустят эту услугу в полном объеме для остальных пользователей оператора Феникс. На данный момент работает базовые станции на 20 бенде, поэтому все, кто принимает участие, телефон должен поддерживать непосредственно 20 бенд. Ну, как видите, на прием 20 мегабит, на передачу 25. Соответственно, качество связи, я считаю, что пока нормальное. Конечно, хотелось бы лучшего, но нет предела совершенства, что имеем. Так что спасибо всем за внимание, всем удачи, всем пока.